оказываем плановую помощь. Это протезирование, лечение кариеса, осмотры, профилактические мероприятия, в том числе профессиональная чистка. Почему мы это не оказываем? Потому что это все связано с работой вращающихся наших наконечников. Происходит воздушно-абразивное облако, воздушно-капельное облако, которое как бы мы не можем его локализовать. Понимаете, это будет неизбежно передача инфекции вот на окружающих, так скажем, наших пациентов, коллег и в помещение. Поэтому все, что касается вот этим вот именно распылением, мы это все прекратили. Например, есть такой триллер у нас, «Красная слюна» называется. То есть мы маркировали слюну и смотрели, если человек сплевывает в плевашку, на сколько метров эта слюна распространяется. Оказалось, на 3 метра. Поэтому в стоматологических клиниках принято сейчас ставить уже перегородки или принимать в отдельных кабинетах. Это делается потому, что при каждом сплевывании у врача сзади весь халат оказывается в красных точках. Поэтому вот эта вот наша работа с применением вот таких технологий, она у нас сейчас приостановлена. Поэтому что оказывается? Острая боль при пульпитах – это наложение обезболивающего антисептического тампона под временную пломбу. Врачи знают все эти медикаменты. А для острой боли, когда нужно лечить вот что-то с инвазивными методами, да, вот с применением технологий, к сожалению, метод только удаления зуба. Вот. Поэтому сейчас только рекомендация пациентов внимательно относиться к своим зубам, беречь свои зубы на этот период.